торжество любви, мечты и красоты, олицетворение весны и новых надежд. Все это про 8 марта. И хоть день Х для миллионов мужчин еще не наступил, в Бобруйске уже начали чествовать прекрасных дам. По сложившейся традиции, первым эстафету поздравлений принимает мэр города. Именно от вас сегодня зависит настроение наше. От вас сегодня зависит, в том числе и погода в доме, и на работе. И за это вам огромное спасибо, за то, что вы растите наших детей, воспитываете достойную нашу молодежь. Милые, кроткие, любящие, заботливые, деловые и амбициозные. На прием к Александру Студневу приглашены 12 дам, представительницы различных сфер деятельности, медицины, образования, культуры и промышленности. Все они доказали, успешными можно быть на всех фронтах, и в семейной жизни, и в профессии. Если честно, на таких мероприятиях я еще никогда не присутствовала, и я в восторге. Очень было интересно и приятно пообщаться с председателем Бобруйского городского культурного комитета и... Приятно, что о нас позаботились, устроили такой замечательный праздник, такой концерт шикарный. Это большая честь оказаться на таком масштабном мероприятии. Хотелось бы поблагодарить всех. Сейчас весна, все вокруг расцветает, расцветают и наши женщины. Я хочу, пользуясь случаем, поздравить всех женщин с этим замечательным праздником. Без должного внимания на приеме не остается ни одна женщина. Ведущие рассказывают о профессиональных и творческих успехах милых дам. Звучат искренние поздравления и слова благодарности за созидательный труд, любовь и душевную щедрость. После здесь демонстрируют модные коллекции верхней одежды от белорусских производителей. Современные девушки удивительным образом сочетают женственность, хрупкость и силу. Среди таких Алина Найдун, талантливый педагог по классу фортепиано детской школы искусств. Жизнерадостная, полная оптимизма и любви к жизни. Ее ученики – победители престижных музыкальных конкурсов. На их счету 29 дипломов за год. Очень радостно присутствовать здесь. Очень понравилось выступление всех музыкантов. Очень яркие выступления были деток. Видна работа профессионалов. Прекрасный праздник получился сегодня. Очень рада была присутствовать именно сегодня здесь. В этот день все исключительно для них. С пустыми руками не уходит ни одна женщина. Цветы, памятные подарки и приятный сюрприз. Билеты на праздничный концерт Алены Ланской и театральную постановку. В преддверии этого замечательного весеннего праздника, конечно, хочется поздравить всех наших замечательных женщин с этим весенним праздником. Пожелать им крепкого здоровья, благополучия. Самое главное, теплого весеннего настроения. И чтобы был порядок в доме, в семье. Замечательные наши, красивые, любимые женщины. Тепла, уюта и любви. С праздником вас, дорогие наши. В преддверии праздника женщины чуть больше обычного ждут сюрпризов от своих мужчин, надеясь на настоящее чудо. Но формула волшебства давно известна. Внимание, цветы и подарки должны быть не только 8 марта, а круглый год. Ведь восьмерка – это всего лишь перевернутый знак бесконечности. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.